Слышишь, лысый, я вот не могу понять, твоя голова туда пролезет или нет. Брателло, нечего было предохранители воровать. Смотрите, друзья, вот я взял один предохранитель. Вот, видите, морда лысая смотрит, наблюдает. Вот только же я устанавливаю. Смотрите, что происходит. Вот, пожалуйста, у меня в ручке уже еще один. Ха, хоп. Вот гад какой, видите, и так до бесконечности. Вот, берешь один предохранитель, вот, смотрите. Это так называемая беспроигрышная лотерея. Лотерея. Вот снова, видите, чуть-чуть. О, черт смазливый. О, черт бродячий, о, свин передячий. В общем, вы поняли, что он чудит. Смотрите, опа, видите, как взрывает батарейки. Вот, собственно, вот так вот дядя Смит ворует чужие конфеты из коробок других сотрудников. Смотрите, вот глаз торчит позорный, видишь? Ты посмотри мне в глаза, ты посмотри мне в глаза, он мне даже в глаза не хочет смотреть. Теперь понятно, кто у сотрудника Ли кушает конфеты. Смотрите, так мало того, что этот поросенок ест чужие конфеты, так он еще умудрился прикрепить ему вот такую вот наклеечку с сатаническим знаком и знаком вопроса. Типа, кто же жрет твои конфеты? Конечно же я, сатана Смит. Может, это сатана... А, привет. Это я ничего не ел. Я никакие конфеты не ел и никаких наклеек я не клеил. И попрошу меня не убрасывать в вентиляционную шахту, где живут бомжи. Брателло, ну, без этого никак. Нечего было, повторюсь, воровать батарейки. Поэтому, брателло, тебе здесь осталось жить, ну, не знаю, секунды 3, 2, 1, а может быть и... А может быть и меньше даже. Жаль добряка. Друзья, если вы досмотрели это видео до этого момента, на начале этого видео, уже напишите комментарий «Жаль этого добряка». Так я буду знать, что вы мой самый преданный подписчик и досмотрите мое видео до самого конца. Итак, друзья, продолжаем это видео с этим лысым демоном. Я вам сейчас покажу, как можно быстро и беспрепятственно преодолеть вот эти страшные коридоры с этим демоном. Что тут у нас? О, я пойду с арбузом. Интересно, что если я пойду с арбузом дальше туда, к этому лифту? Я, интересно, появлюсь с этим арбузом же или уже нет? Это, кстати, очень интересно проверить такой лайфхак. Так, ну-ка, вызываем лифтик. Что там, санитары за мной уже приехали или нет? Потому что меня уже нужно забрать отсюда. Мне кажется, я уже схожу с ума. Арбузик, арбузик, арбузик. Дядя демон, дядя демон. Арбуз у меня в руках остался. Дядя демон, меняю арбуз на мою жизнь. Ой, то есть наоборот. Я вам арбуз, а вы мне мою жизнь. О, ну что-то гонится. Блин, я арбуз поменяю на ключ. Ё-моё, да я хочу арбуз забрать. Ты мне арбуз не дал забрать. Во, гад какой. Я какой-то страшный человек. Ты посмотри. И где мой арбуз? Арбуз забрал, сожрала арбуз. Во, гад какой, я так и сдал. Я просто потерял арбуз. Так я бы уходил. А, нет. Ха-ха. Арбуз есть, хорош. Блин, 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 блин. Я не успел. Дядя демон, а самое-то интересное, что арбузик остался там. Я постараюсь пройти эту миссию с арбузом. Не понял, а, арбуз мой там. Я арбузик ни в коем случае не отдам. Не отдам, даже не просись. Дядька демон, уймись. Закрою дверь, чтобы он там дальше подольше задержался. Так, дальше, дальше, дальше. Арбузик в руках. Ой-ой-ой, вот это уже будет челлендж очень сложный. Здесь так полумесяц зеленый. Где он, где я? Есть. Мне еще арбуз надо взять. Не то, что это все открыть. Треугольник. Есть треугольник, взял, подобрал. Открываем арбузик. А, не понял, где арбуз? А, вот. Арбузик есть, у меня еще нет. Ай-яй-яй, арбуз потерял, взял. Ай-яй-яй. Арбуз, где арбуз? А, арбуз же там лежит. Понял, блин, забыл дверь закрыть. Ну ладно, это ничего страшного. Не понял. А, арбуз уже там, я его переместил туда, на ту локацию. Я понял, тоже не буду закрывать дверь, у меня нету времени. Я хочу очень быстро это все пройти. Так, друзья, мой арбуз, по всей видимости, должен лежать. Я не понял, там лежит или нет? Стойте, где мой арбуз? Че, арбуз пропал? Стоп, я успеваю или нет? Полумесяц, где полумесяц? Есть. Открывай, где арбуз? Арбуз пропал, сожрал, гад. Ах ты позорный демон, сожрал мой арбуз. Теперь как мне это все пройти? Открывай дверьку. Лысый, я тебе сейчас пожалуюсь, у меня арбуз сожрал твой батя. Или это ты, я не знаю уже. Ты жопа нюхать цветы с трехметровой высоты. Вот лысый сатанет. Ага, здрасте, лысый пчеловод. Откройте, пожалуйста, мне уже надоело здесь сидеть. Ё-моё, сатанические силы, открывайте этот лифт. Боже мой, хух. Ну ты гад, меня твой батя так напугал, слышишь, твой батя арбузы так любит, брателло, он меня чуть там не сожрал, я тебе говорю, это какой-то кошмар, поэтому я тебя спущу в туалет, чтобы ты знал, как воровать чужие арбузы, потому что это твой батя для тебя, наверное, этот арбузик укал, скорее всего, и закрою... Ага. Закрыл крышку на передел.
Итак, друзья, по классике нас встречают вот такие вот большие часы. Я оставляю вам право написать в комментариях, сколько это показывает время. Вообще ничего не понять. 3, 4, 5, 10, 45, 12, 10, 11, 15, 16, 0, 17, 18. Ха-ха-ха-ха-ха! Так, мы двигаемся дальше. Ой, боже, я испугался. А, это TV-мен! Ха-ха-ха! Брателло, это... Ой! А, это телевизоры эти нельзя смотреть. Друзья, вы уж меня простите. Да мне не интересны ваши передачи сатанические. Я нормальный человек. Отпустите меня. Выпустите напасть от телевизоров. Это TV-мены. Я с TV-меном дружу. О, смотрите, а там вот человек, видите, вот этот доктор, смотрит TV-телевизор. А мы идем дальше. Ой-ой-ой-ой. TV-мены, TV-мены атакуют. Это скибиди TV-мены. Смотрите, вот TV-мен. Сотая персона. TV-мен полетел. Пусти домой погреться. Пусти погреться. 0.23. Друзья, кто-то смотрел видео еще и до этого момента? Напишите в комментариях. Квартира TV-мен 023. Друзья, квартира TV-мен 023. Это код для комментариев. Секретный код. Вот, еще создана персона TV-мен. До этого TV-мена нельзя взять с собой никуда, потому что у меня тогда шарики-фонарики начали. Вот видишь, я его держу, и у меня сразу потом закончится игра. Потому что вот эти TV-мены, они как аквамены, они как спайдермены, они как... Ой, он испарился. А мы продолжаем дальше идти этими сатаническими коридорами и искать приключения на свою задницу. Так, открываем дверки. О, сколько глаз сатанических. Вот это да. Боже, им страшно, в сне не пожелаю. Ну ладно, мы двигаемся дальше по этим коридорам. Ой, злой. Как, вот это какой-то дядя злой стоит. Это дядя, который арбузы пожирает. Это пожиратель арбузов у нас. Пожиратель арбузов. Ты видел, брателло, твой батя арбуз сожрал. Я вообще в шоке был. Боже, так низко опуститься. Сожрать арбуз? Брателло, тебе придется меня простить за то, что твой батя сожрал мой арбуз, я тебя ликвидирую. Так, там открывается новая дорожка. А вот это, друзья, называется туннель смерти. Вот если сюда сейчас я начну разгоняться и отсюда бежать налево, вот так, то меня небо начнет вот это произведение как заглючило. Вот небо, во, 1-1-1-2, вот это сатаническая дверь. В принципе, он меня и сожрал. Нечего было засматриваться. Ну ладно, я сейчас быстро это все пройду. Че я его боюсь? Этот арбузоед, арбузоед. Арбузоед крылатый, потлатый. Че ты меня хочешь догнать и тоже сожрать? Так не получится, брателло. Смотрите, друзья, я вообще на минималках. Тупо на минималках. Вот залез, и сразу сыночек его лысый. Вот смотрите, вот здесь, хопа, появился. Братуха, здравствуйте, давно не виделись, а. Давно не виделись, а заскучились, а. Так, берем уточку. Вот не дай бог, теперь твой батя мою утку еще сожрет. Ну и тогда я точно разозлюсь, такого не будет. Смотрите, друзья, я сейчас начинаю с первого раза проходить вот эту игру. Я, кстати, закончу ее прохождение с уткой в руках. Вот это будет вообще прикол. Так, нам нужно сейчас просто сразу незамедлительно преодолевать препятствия, которые будут на нашем пути. Это будут личные, ой, это будут всякие паровозики и всякие молочные баночки. О, смотри какой. За уткой соскучит. Че ты улыбаешься? Я тебе сейчас дам улыбаться. Ты забыл, как ты... Ой-ой-ой, он его батя за мной гонится. А он все жрет. И утки, и арбузы, все жрет. Друзья, обязательно ставьте лайк на это видео. Подписывайтесь на канал. Делитесь этим видео со своими друзьями, бабушками, дедушками. А я прохожу эту игру, друзья, с вашей помощью. Ой, утку потерял. Взял и все, с уткой прошел. Все, друзья, всем спасибо. Друзья, набираем на этом видео 2000 лайков и приступаем к созданию новой интересной серии. Все, друзья, всех вас обнимаю, всех поднимаю. Не забудьте поставить лайк.